Я совершенно не предсказатель будущего и не футуролог. И, честно говоря, ну, я не вижу какого-то там будущего прямо уж сильно ясно. Я думаю, что в ближайшие годы, пока страной будет руководить Владимир Владимирович Путин, нас ожидает стабильность и стагнация. Такая вот просто как при Леониде Ильиче Брежневе. Все будет как бы тихо, спокойно, экономика будет медленно крениться, уровень доходов населения падать, ну и все. А вот что будет дальше, я не знаю, потому что все-таки очевидно, что в нашей стране политические курсы и вообще то, как развивается государство, практически полностью зависит от воли одного человека, того человека, который стоит во главе. Кто у нас дальше станет во главу, неизвестно.